1 апреля детскому театру «Гном» исполнилось 30 лет. В Центре культуры и молодежной политики состоялась премьера спектакля по пьесе Натальи Шор «Раз, два, три, четыре, пять. Машенька идет гулять». Это был последний спектакль детского театра «Гном». Ровно 30 лет назад, 1 апреля 1991 года, детский театр начал свою работу. «Гном» закрывается, но «Гномик» у нас будет продолжаться. В другом статусе, конечно. Так что, ребята, вы не... Сегодня в WhatsApp была переписка, там, что «Гном» закрылся. «Гнома» не будет, потому что такой возможности, как у «Гнома», того, чего мы хотим по перспективе, у нас нет таких возможностей, они закончились. И мы будем «Гномиком» от образования, будем образовывать людей. На праздничном мероприятии присутствовал заместитель главы муниципального образования город Десногорск Смоленской области по социальным вопросам Александр Новиков. Также поздравить коллектив театра и Данию Макарову приехал Сергей Леонов, сенатор от Смоленской области, руководитель Смоленского отделения ЛДПР, который выразил свою личную признательность и благодарность за высокий профессионализм, большой вклад в организацию культурного досуга жителей Десногорска. Мы с этим театром очень активно и давно дружим, и Даня Макарова, конечно, стала уже таким человеком родным, и в том числе и для меня, я думаю, для всего Десногорска. Спектакль прошел на одном дыхании, получился теплым, душевным и полезным. Это была история о 13-летней девушке Маше. Она любит, спорит, борется, живет и умирает, но никто этого не видит, потому что это происходит у нее внутри. Роль главной героини исполнила Екатерина Семенова. Также роли в постановке исполнили Марианна Лысенкова, Антон Гороничев, Даниил Фролов и Михаил Попов, режиссер Дания Макарова.